Пацаны, хотел я, знаешь, сегодня снимать видео про Таврию. Хрен там плавал. Дождь идет целый день. То идет, то прекращается, то снова идет. Из-за этого пришлось пойти на вынужденные меры и снять полезное видео. На улице лето, и я не хочу отнимать у вас дофига времени. Смотрите, мы часто забываем очевидные вещи. Я вот, например, забыл с вами поздороваться. Здорово. А вы же в свою очередь забываете очевидные вещи, которые связаны с максимальной скоростью или с максимальной мощностью вашего транспортного средства. Прошу не забывайте, я тот человек, который смог максимальную скорость 100 км увеличить до 107. Это важно. Да, 107, Карл. Давайте же начнем. Я думаю, нужно начинать с двигателя. Но прежде чем приступить к усовершенствованию нашего двигателя, нам нужно проверить его состояние. Если у вас, например, 4-тактный двигатель, можно определить таким нехитрым способом, просто посмотреть на цвет дыма. Хорошенько топануть педальку, если идет ярко-голубой или темно-синий дым, значит вашим колечком жопа. Но чаще всего жопа именно маслосъемным кольцам или маслосъемным колпачкам. Состояние 2-тактного двигателя можно определить тоже таким нехитрым способом, завести, прогреть хорошенько и понижать максимум холостые обороты. Чем ниже держит холостые, тем лучше состояние двигателя. Жалко холостые держат. Так, вы теперь поняли, что с вашим движком все четенько, а у кого не четенько, пошли уже делать капиталку, да. Удачи вам, удачи. Самый простой способ увеличить мощность, вообще ничего не трогая в двигателе, просто залить бензин с высоким октановым числом. Он просто увеличивает степень сжатия. Чем выше степень сжатия топлива, тем выше его стойкость к самовозгоранию в цилиндре. То есть 80-й бензин, например, он начинает загораться до того, как еще поршень не дошел. В самом пике, когда нужно больше топлива, тут его уже чуть меньше, чем, например, если был 95-й. Он по пути поршня вверх не сгорает. А в самом пике, когда сжатие максимально высокое, он пух и дает толчок такой хороший. Запомните, чем выше степень сжатия, тем больше у нас мощности. Херню сказал, ладно. Фильтр нулевого сопротивления. Ну или как его еще называют, фильтр нулевой очистки. Да, дешевые нулевики реально полный шлак и ни в коем случае не ставьте. Но более дорогие и более качественные фильтры дают ощутимую прибавку к мощности. Почему? Потому что пропускная способность фильтра больше и он засосет больше воздуха. Херню сказал, ладно. Установка прямотока. Если у вас 2-тактный двигатель, вы устанавливаете резонаторы. Прямоток дает для 4-тактного двигателя совсем чуть-чуть прибавку, которую можно даже не ощутить. Ну будет там резвее обороты набирать еще, потому что двигатели легче. А вот резонаторы для 2-тактного двигателя это как хороший японский карбюратор. Поставив их, можно увеличить мощность сразу же до 25, до 40 даже процентов. Можно потом просто не узнать, как мотоцикл прет. Херню сказал, ладно. Турбирование двигателя. Херню сказал, ладно. Да, вы скажете, это уже очень сильно дорого. И устанавливают это только на мопеды Альфа. Но если заморочиться, есть лишние бабки и хочешь чувствовать, что такое турбина, то можно ее поставить, посмотреть, что это. Что делает турбина, я думаю, вы знаете. Она просто наталкивает дофигище воздуха в камеру сгорания. И этим самым увеличит степень сжатия. Запомните, чем выше степень сжатия, тем больше у нас мощности. Чип. Тюнинг. Да, вы сейчас посмеетесь, но я вам скажу, что чип-тюнинг используется даже на таких мопедах, как Honda Dio, Alfa и так далее. К чип-тюнингу я отношу всякие коммутаторы спортивные, всякие мозги для автомобилей и все это. Замена свечей. Тут нечего говорить, просто меняйте свечи на какие-нибудь хорошие, на новые и катайтесь. Так как сейчас лето, я не хочу затягивать видео и, скажем так, самый рабочий способ это замена двигателя. Да, не морочьте себе мозги, просто поменяйте двигатель и вы увидите, как вы уже едете не 60 км в час, а 80. Естественно, я сказал не все, потому что я вообще хотел снимать про Таврию, а не вот это вот. Спасибо, что досмотрели. Кто ждет видео про Таврию, поставьте лайк, чтобы я узнал. И все-таки, когда погода наладится, у меня уже есть пару идей, что можно с ней сделать. И запчасти тоже уже идут. Все, давайте, пока. Конченая флешка, а? Ай, кулак.